Сочи, Дагомыс. Батумское шоссе. 25 неделю назад отдал компьютер на ремонт. Сначала они назвали одну цену, потом другую, потом нашли еще неисправности. С каждым разом цена повышалась, так как у меня кончились деньги. Я забрал компьютер и ушел от таких мастеров. Придя домой, я не смог включить компьютер, но полазив в нем, я нашел, что некоторые провода отключены. Собрав все, что смог, он стал работать медленно. Вот такой ремонт мне неудобно перед теми людьми, которые его посоветовали мне. Такие люди никого не уважают, для них мерзость норма жизни. Сочи, Дагомыс, Батумской Highway 25. A week ago, gave the computer for repair. First they called one price, then another, then they found another malfunction. And each time the price went up because I ran out of money. I took the computer and left from such masters. Having come home, I could not turn on the computer. But I climbed in it. I found that some wires were disconnected. Collecting everything he could, he began to work slowly. Here such repairs are not convenient for me in front of those people who advised him. Such people do not respect anyone for them, the abomination of the norm of life.